для меня это моральный отдых. Я думал, что шведский язык – это саморазвитие. А я думаю, что шведский язык для меня – это история. Для меня шведский язык – это общение. Общение с моим внуком, зятем, с их друзьями. Чара де франска. О, де йоска. Экан свенска, энгельска, франска. Ну, а шведский язык, вот в первую очередь, сейчас вот для меня – это моя группа и мой преподаватель. Шведский язык для меня это возможность получить хорошее престижное образование в Швеции, переехать в Швецию и работать там. Для меня шведский язык это развитие ума. Ну, шведский язык это для меня целая галактика шведская. Это и мои друзья, которые есть в Швеции, с которыми я познакомился здесь. Это шведское искусство, шведский хоккей, за который я болею с 5 лет. Тагамат, Николай. Для меня шведский язык – это интересное занятие. А для меня шведский – это перспектива в жизни. А для Свенска – это топ-пен. А для меня шведский язык – это приятная атмосфера и дружный коллектив. А для меня шведский – это веселье. А для меня шведский – это свобода и хорошие преподаватели. Регулярно проводятся шведские разговорные клубы, приходят студенты уже не нулевого уровня, а чуть повыше, общаются с носителями языка, разговаривают, представители консульства приходят. Ну, у нас был замечательный опыт. Мы уезжали на 2 дня в пансионат, и там общались по-шведски, только по-шведски. Мы и тексты составляли, и бегали, рисовали. И прыгали, и рисовали, что мы только не делали. Стало гораздо проще, интереснее и легче общаться, легче делать ошибки. Пропал страх делать ошибки, какая-то уверенность в себе появилась. По итогам своего обучения в университете здесь я уехала, получила стипендию и уехала в Швецию учиться, в народную школу. После этого я вернулась, нашла замечательную работу со шведским языком, и теперь уезжаю учиться в Швецию, в шведский университет. Скандинавская школа, на самом деле, очень мне помогла во всех моих шведских заслугах, потому что здесь, пожалуй, учат не только языку, какой-то шведской жизни, шведским традициям, поэтому каждый раз приезжаю в Швецию, шведы очень удивляются, откуда я столько всего о них знаю, и рассказываю им самим об их традициях. Так как все, кто к нам приходит, обязательно хотят научиться говорить, то мы пользуемся методикой, которая получила название коммуникативной, одним из ее подвидов. И поэтому уже где-то в ближайшие пару месяцев после начала обучения наши студенты могут уже общаться, конечно, в узких бытовых рамках, но общаться друг с другом. Собственно говоря, приходите посмотреть.